Георгий, если тебя будет рука, там шея, еще то что-то говори. Я тогда слышу, не подумал. А левая можно? Нет, 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 правда. Нет, ты просто имитируй. Ты просто стоишь отсюда, раз. Два. Три. Четыре. Пять. Больше шире. Шесть. Хорошо. Так, тухи. Ко мне. Я? Да, ты. Это знаменитый тренер. Кто? Тухи. Тухи. Да, ну тренер ПСЖ. Тренер ПСЖ тухи. Тухи. Так. Засыпь голени. Пошел. Хоп! И отсюда. То есть нужно подойти и показать, что ты как бы ставишь бедро чуть-чуть сюда. Там бросок чуть-чуть. Сидит, сидит, сейчас. Не-не-не-не-не-не. Еще раз. Дай ему зацепить и поднимаешь ногой. Стоп. Нет, нет. Смотри, эта нога. Эта нога подходит сюда, а это высекаешь, как бы делаешь. Как подсечку делаешь. Нет, не убираешь. Путь. Да. Стоп, стоп. Отойди. Эта нога идет к нему. Вот ты стоишь, и шара уже идет. Пошел. Да, ты делаешь шаг и высекаешь. Давай, поставь. И ноги шире. Ноги шире, чтобы он делал. Три. Опять стоишь. Смотри, вот так вот стоишь. Еще раз чуть-чуть. Четыре. Бросай. Хорошо, стоп, сюда, пастухов, идешь к нему, делаешь, показываешь зацеп голени, а он уходит, показывает через плечо, без броска. 10 ты, 10 он. Значит, Даня, твоя задача, посмотри, Маша, твоя задача, что вы делаете, что стоит, руки, вот. Ваша задача, или правый горка, или левый. Значит, вы должны что делать? Приготовь. Стой. Вы сделаете это движение. Раз. Еще раз. Раз. Шаг вперед. Еще раз. Прыжок. Шаг и подсыгать. Еще раз. Раз. Два. Три. И подхорошо вот коснуться вот так. Еще раз. Давай, давай. Давай. Прыг. Шаг вперед. Оп. Оп. Нет. Смотри. Надо очень сильно наклоняться. Присесть, присесть просто вот так движение. И раз, два, хлопнуть, да? Давай. Раз, шаг и хлопнуть. Представь, пошел. Давай. Раз, шаг и хлопнуть. Хлопнуть, раз, давай. И оп, и хлопнуть, Маша. Давай. Прыгаешь назад. Раз, шаг, хлопнуть. Еще раз. Раз. Или эту руку должен поймать. Если она так стоит, ловишь эту руку. Если она разворачивается этой нога, еще раз плохо, то ты ловишь отсюда. Пошел дальше. Назад, хоп, и за ноги покажи. Вот, видишь, неудобно, еще раз пошел. Раз, значит, хоп, и руку поймал. Отпрыгнул назад. Прошел вперед. Хоп, чтобы одну, или эту руку ты отсюда. Понятно, он делает три раза, она три раза. Ваша задача прыгнуть назад. Сделать шапку. Еще раз, посмотрите. Раз, два, не просто, а еще это надо отсюда. Оп, заходи. А ты должен правую руку засунуть вот сюда. И все. Пошли. Что ты делаешь? Зацеп. Я знаю. Ты делай. Нет, я боком. Оп. Вот. Пошел. Так, хорошо. Менялись? Да. Еще. Оп, хорошо. Еще раз. Сделали? Сделали. Значит так. Отсюда.
рывок, вот это движение, отсюда. То есть шаг и влезаешь на заднее, разворачиваешься, показываешь вперед бросок. Так, правильно. Еще раз. Отойди. В эту сторону. Вот. Отшагиваешь во время этого или сюда, сверху, или за шею. Нет, ты не делаешь, только не делаешь. Раз, два. Вот так. И захватил за ноги. А вот так. Вот сейчас. Хорошо. Я вам покажу. Оп, типа я вот покажу, не делаешь. Давай. Покажи шаша. Раз. Спасибо. Маша. И захватить, захватить, захватить. Не надо, какая подсечка, ты что, он идет вперед, а ты его зацепишь. Как он туда упадет, он сюда? Это ты упадешь? Еще раз. Отойди в сторону. Раз. Оп, оп. Ну, руку, уходи. Уходи, оп. И сюда, голову вниз. Да. Пошли. Не вижу. Не вижу. Эти ногу ставишь. Раз, покажи, чтобы тебе, вот когда он тебе поставил, начинает подворачивать. Ты стоишь, потом падать пока. Убираешь еще просто для того, чтобы хорошо пошел. Пошел. Первый. Понятно, да? Стоишь, она
она идет на эту ногу, я ты брал, она захватывает, и ты прыгаешь, они стараются тебе бросить. Ногу не здесь ставишь, а ставишь вот так. Видишь? Что ты толкаешь, я не разминался. Пошел. Стоп, фронтальная стойка. Смотришь, на какую ногу хватает. И одну ногу убираешь, другую оставляешь. Вот. Что, сделали? Да. Так, через спину с колен, три раза, через спину с колен, три раза. Классический захват. Да, одной рукой держись, да, одной рукой можно потом держаться, можно потом, да, да. Маша, ты считай 5 секунд, 5-6 секунд. Второй рукой голову держи, чтобы не подкрыть. Есть, да? Да. Да, считай. Ты подворачиваешься. Все, да? Да. Давай. Стоп. Куда уходит? Куда же? Даня, ты не закрывай мне, пожалуйста, камеру. Раз. Взял и бросил нафиг его. Зацеп голени, подсечку. Головой его. Вот так. 8 секунд давай сейчас. По 8 секунд. Значит так. Делай через спину с колен и потом кину и постарайся делать удержание. Эй! Кину! Кинь его и не отпускай захват. Ты кто? Куда? Два. Брось через спину с колен. Раз. Джимай! Держать! А ты должен уйти. Стоп! Стоп, 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 стоп. Приготовились. Приготовились. Так, вы отдыхаете. Сели, отдыхаете. Стоп! Нет. Бросок через бедро. Три раза просто делаешь, а потом смотри. Бросок, кувырок. Бросок, кувырок. Готов? Сделал. Раз. Чувак! Опять. Еще раз. Сделай. Вот. Делай сбежать. Делай. Что стоишь?
Так, ставишь. Да. Делаешь со всех голени, ты убираешь, аккуратно делаешь бросок, придерживаешь их, сколько опускаешься, стараешься сделать и держать. То есть не падай на него. Посмотрите, что там. Что там? Атакуешь, а ты не даешь уже, стоп, то есть упал, он или болевой, или удержание, а ты отсюда начинаешь как бы, секунда, зафиксировал, потом раз, начинаете уходить, ты уходишь как бы, а он старается сделать. Не понял, кого ты подпускаешь? Я? Да, кто? Кто?